Is everything all right? Yeah, you can come up. Jake, I know this might sound stupid under the circumstances, but I am glad we came back here. Yeah. The place is beautiful. Still, we can't forget what we came here for in the first place. All right. Let's focus on the goal. Come on! Здарова, друзья мои хорошие, с вами, как всегда, Спикер. И продолжается наше выживание в Зеленом Айне. Мы продолжаем выживать, у нас 63-й день выживания. Дома у нас уютно, дом наш готов, мы готовы дальше убивать, дальше истреблять абориген ночью. Мы идем искать приключения к себе, ты понимаешь? Все очень серьезно. Так что ставь лайкосик, ставь-ка подписончик, и мы начинаем наше выживание. Мы продолжаем наше выживание, набираем флягу полностью. Чистой воды 100%, я пошел в джунгли. Беру один кусок мяса, хороший кусок мяса. Дома темно, 2 дня. Берем 2 куска. Знаешь, 2 куска мяса возьму с собой, без проблем. 33 килограмма. Выкидываем все отсюда. Это дело уничтожит мышку, она вообще не нужна, это тоже не нужно мне здесь. А крючочек нам сюда, перевязку вот сюда накидать, прям, знаешь, в кучку. Сколько перевязки? 6 перевязок. А с костом у нас, с табаком есть. Все офигенно, это дело уничтожить. Мы идем забирать туземца, которого убивали в прошлом видеоролике. Если не смотрел, то весь пресс-лист выживания Зеленого Ада у нас есть. У меня есть в описании, спускайся вниз и смотри. А это дело вот сюда можно воткнуть. И здесь порядок практически. Смотри, обалдеть, порядок какой, да? Ну, практически, порядочек. Все, стрелы готовы. Побежали забирать тех самых абориген, которых убивали в прошлом видеоролике. И будем дальше выживать. Будем дальше искать абориген и остальных дичь, которые будут нас пытаться убить. Но не тут-то было. Я очень опытный выживальщик. Где я только не был. В Амазоне, на островах, в джунглях, в горах. Где я только не был, где только не выживал. Я готов показать им бой. Я готов показать, кто кого сможет убить. Так, никого не вижу. Забираем туземцев. Где-то тут они были. А куда они делись, кстати? Погоди, один был в кустах. Вот здесь в кустах. А где мы... А вот, вижу. Ножик есть. О, лук есть, кстати. А где туземцы мои? Кто забрал моих туземцев? Там были косточки, ты понимаешь? Там были косточки. Осталось только оружие. Погоди, сейчас будет солнышко? Я увижу. Возможно, я проглядел. Ну, там, вон там будет реально туземец. Вот здесь было оружие. Вот лучник. Так, это не берется. Туземный лук нужно будет забрать. А пойдем выкидывать дома. Выкинем 2 копья. И где-то валялся вот тут туземец. Обалдеть. Почему исчезает? Я не понимаю, что за дичь какая-то. Длинная палка не нужна мне. А там у туземца у меня было, по идее, еще копье у него. О, а где моя стрела? О, короткая палка. Где была моя стрела? В туземце была, и туземец, походу, тоже исчез. Очуметь. Разрабы! Ну-ка, пофиксите мы. Это дичь. Мне не нравится дичь. По идее, убил 2 туземцев, там должно быть 8 костей. Я не вижу этих 8 костей. Сколько времени сейчас? 3 часа ночи. Мне еще ждать 3 часа целых. Я, наверное, пошел сейчас покушаю. Пойдем-ка покушаем. А выкинем ножик и выкинем... Один лук. Из одного. Покушаем, и уже с утреца мы пойдем путешествовать дальше.
Пойдем лучше поспим, реально. Нужно поспать, поднять себе энергию. Нужно уже, знаешь, какой-то режим себе сделать. Нормальный режим, чтобы не был. А вот костер вроде мне горит. Сейчас проверим костер. Дома темно. Но ночью бегать нечем. Ночью нужно спать. Нет, нормально горит костер. Пойдем-ка спать. Утром я уже покушаю. Заберем все оружие, там, которое есть. Оружие пригодится обязательно. Так, мы спим до 9 утра или до 8 утра. Будет нормально. 8 утра в самый раз. А все, 8 утра. Проснулись, пойдем теперь пить. Есть. Пьем, едим, идем путешествовать в джунгли. Понимаешь, все, дом готов. Можно, по идее, поработать кузнецом. Но я хочу путешествовать. Я хочу показать тебе, насколько я выживальщик. Насколько опасно здесь выживать. А у меня много стрел, по 8 стрел у меня есть. Да, я готов их убивать. А что еще хочется? Хочу жиры. Хочу шишки, кстати. Шишки есть? О, шишки есть. Шишки есть, это мясо. Один кусок я съем, и еще одну шишку я съем. И готов. Это орех, по идее. Как ребятишки пишут у нас в комментариях. А ящерица бегает уже в третий ролик, кстати. Так, крокодил. Крокодил я не вижу. А куда мы сегодня пойдем, кстати? Я даже не знаю, куда пойти нам. Тут у нас нету бананов. Не подвезли сегодня бананчики. К сожалению. У нас есть много стрел. У меня много энергии. Но я хочу бананы. Можно съесть, конечно, грибочков. Найти грибочки, найти фрукты какие-нибудь. Мне нужно, по идее, мясо. Так, эти грибочки можно выкинуть. Это тоже выкинуть. Можно прям в воду выкинуть. Пускай рыбки кушают все это дело. О! Все пусто, все чистенько, все обалденное. А сухой лист есть, пару камней на всякий случай. Все, побежали. Бамбуковая палка мне не нужна. А побежать искать все приключения. Обалдеть. Ты понимаешь, уже третий видеоролик я еще ни разу не записывался. То есть я не буду все это дело переигрывать, ты понимаешь? Я выпущу уже ролики, некоторые выйдут. И уже, по идее, не смогу то же самое сделать. Ну ты понимаешь, то же самое же построить, что я уже построил. Все по чесноку идет. Если погиб, то погиб по-настоящему. Все. Попытка провалена будет. 63 день выживания. Попытка провалена, это, конечно, будет очень печально. Куда я сейчас пошел, я еще не знаю. Я пошел искать какие-то приключения. А что я хочу найти? Я хочу найти, наверное, пару бананчиков. Хочу найти... О, вижу птицу. Вот знаешь, когда идешь в джунглях, получается все на 360 градусов. То есть на 360 градусов нужно смотреть все в округе. Потому что опасности везде в округе. Так, веревки. Заберем веревочки. Они, в принципе, знаешь, много места не занимают. И много килограмм тоже не занимают. То есть их можно набирать максимально. Ручонки уже заморал чем-то. Не знаю, непонятно чем, но ручонки заморал. Мы идем искать приключения. Я хочу найти, знаешь, много, целое племя аборигенов. Где они песни поют, где они танцуют. Посмотреть на их не какие-то интересные обряды. Так, я пошел эту гору, что ли? Что за гора, интересно? Я иду вдоль горы и не понимаю, куда иду. А, нет, кажется, я понимаю, куда иду. Да, походу, я понимаю. Это идет речка, там идет водопад. И там можно перейти на локацию, на ту, на первую. О, хомячки бегают. Здорово. Кстати, здесь много хомячков. Я готов одного из них зажарить. Все, готов. Ой, пиявка появилась. Так, у меня есть второе копье. Это дело мы сразу, наверное, взять с собой. Так, пиявка появилась. Нужно срочно убрать. Прям, знаешь, срочно. Я присушиваюсь, понимаешь? Я прислушиваюсь к каждому шороху. Хомячок, иди отсюда. Так, забираем копьем, разделываем тушку. Мяса будет много, нужно отнести мясо и забрать, кстати, тот самый лук. И ножик забрать. Который я, по идее, не забрал. А туземцев. И проверить, конечно, туземцев. Так, бананы я не нашел, кстати. Поднимаемся наверх. Понятно, эта скала у нас находится где-то в центре. И можно вокруг нее обойти. А на нее забраться у нас не получается. Как бы. Да, я обошел вокруг этой скалы. Прикольно. Так, где те самые туземцы? Где туземцы, где мое оружие? Я убил одно туземца где-то вот тут. У него вроде была моя стрела и было одно копье. Ну ладно, к черту с этим оружием. Мы заберем хотя бы, знаешь, лук и ножик. Вот у нас есть. А ножик? Копья здесь нет у нас.
принципе, и то будет хорошо. Ладно, погнали домой. А мясо нужно готовить. Тут за звуки. Побежали. Мясо уже кончается, нужно мясо готовить. Нужно сделать костер в коптильне, чтобы там коптилось мясо у нас. Рыбы много. О, палка респалнулась. Прям в воздухе. Нормально. Первый раз такое вижу, кстати. Крокодила я не вижу. Можно поплавать? А по озеру? Ну, это довольно, знаешь... О, я вижу, он прыгает в воду! Вон крокодил, вон крокодил! Крокодил, иди сюда! Иди сюда, цыпа-цыпа! Цыпа-цыпа, иди ко мне! Иди к папуле! Я потерял, кстати, его. Иди ко мне, иди к папуле! Чё-то я его реально потерял. Можно, по идее, забраться наверх, на крышу дома и посмотреть наверху. Возможно, я там увижу его. Но это не точно. Куда он делся-то? А вот засранец какой-то. Так, руки грязные, есть мы не будем. Что у меня с костром нужно делать, наверное, либо пожарить, либо посушить мясо. Костер у нас нормально горит. У меня есть 4 куска мяса. Ящерица моя идет, бегает еще, да, 4 куска мяса. Это мясо приготовлено. Так, что у нас по еде? Ну да, хочу съесть, но нужно сперва помыть ручки. Так, можно сделать тут костер. Это дело нужно забрать. Ставим новый костерчик. Будем дальше коптить мясо. Мне понравилось это мяско. Она мне просто реально зашло. Нужны палочки, нужны ветки. Ну, в принципе, это у меня много. У меня этого хватает добра. Сразу кидаем мясо сюда. Потом разжигаем костер. Ууу, сколько у меня костей, кстати. Косточки. Куда, куда упал кусок мяса? Иди сюда. Так, мясо здесь. Пойдем набирать. А, слушай, побежали в лес? Реально, побежали сейчас в лес. У нас много энергии, у нас много жизни. Можно побегать по лесу. Кокосик. Заберу с собой его. Для декорчика. А вот здесь декорчик у нас будет. Бросай здесь. О, красота. Побежали за дровами. Возможно, принесем толстые бревна. Ну, знаешь, я хочу помыть руки. Крокодила я не вижу, но он тут плавает. Я рискну все-таки. И пойду сейчас мыть руки. Крокодил, ты здесь? Давай, жди меня. Я к тебе иду. А воду пить я не буду. Черепахи ползают. Я прыгаю в воду, крокодил. Держи меня. Я не вижу его. Пока не вижу. Все, помыли руки. Быстренько выныриваем. Вот это да, помылись. Вот это я помылся. Мужурашки ж бегают по коже. Так, ветки, ветки. Я пришел, по идее, за веткой. Много веток не надо. Десяток нужно брать точно. Найти еще пума. О, бревно еще валяется. Одно бревно. А длинные... Ой, короткие палки валяются. О, сколько тут палочек уже. Сейчас налутаемся. Так, одно бревно есть. Я помню, его не забирал. Она еще тут сохранилась. Я осматриваюсь еще. Я смотрю еще туземцев. Так, сколько у нас? А, все, максимально. Нужно еще короткие, кстати, добыть сразу же. Смотрю туземцев. У меня много стрел, и знаешь, без проблем могу туземцев раскидать налево и направо. Когда много стрел, вообще ничего не страшно. Я давно не встречал туземцев, которые, знаешь, сидят и поют песни. Чтобы я подошел сзади и сделал хедшот одному, а потом второму. Сделаю хедшот с помощью личинки. Нет, не буду забирать, они, по идее, вообще не нужны. Кстати, рыбалочка, рыбалочка. Я забыл про рыбалочку. То есть, я хочу попробовать рыбалку. Так, не знаю, куда мы идем сейчас. У меня, правда, хочу пить, хочу маленько бананы, которых у меня, по идее, нету. Что у нас сверху? О, бревна, кстати. Бревна. Бревно я заберу. Бревно я отнесу снизу. Положу. Погоди, сперва хочу, наверное, съесть. Сперва мы скушаем. Это я съем и, наверное, съем мясо. Нет, попьем воды. Мне послышалось или нет? Или реально кто-то рычал? Хорошо, пускай послышалось. Возможно, в желудке моем. Вода чистая. Выпить, водить. Ой, ты что сделал? Ты ее вылил. Я ее вылил. Пардон. Извини, мой друг, я просто вылил воду. Нормально. Посреди джунглей вылил воду, и я хочу пить теперь.
Но это не проблема, мне кажется. Это реально не проблема. Так, два бревна у меня есть. Я хочу найти третье бревно и пойти домой, чтобы сделать еще раз печку завести, чтобы сделать костер. О, водик. В нем как раз и есть вода, кстати. О, 8 водный баланс. Нормально, подняли. Чуть-чуть подняли. Так, слушай, пойдем-ка в джунгли, сбегаем вдоль вот этой скалы. Хочу побегать, посмотреть, что у нас там есть интересно. Пока есть наша энергия, можно побегать, посмотреть. О, пособирать плодики. Тушканчиков пособирать сразу же, видишь. Правда, я пошел на полный рюкзак. 38 килограмм, конечно, проблемка. Много нахватало сразу. Надо бы выкидывать все дома, конечно. Но не беда. Я просто, знаешь, провожу осмотр. Что здесь есть интересно. Вдоль скалы. Если что, слева у нас будет скала. Если что, мне будет прикрывать слева скала. А вот что будет справа, я не знаю, что будет происходить. Кто там будет за мной ходить? Леопарды, аборигены. О, еще тушканчик. Я его заберу. Сразу добыть из него. О, не хватает места для перьев. Ух, обалдеть. Ну, погоди, погоди. Давай выкинем, наверное, косточки. Ох, черт, эти кости. Я хочу забрать перья. У меня костей много. Я хочу больше стрел сделать. Неудобно, кину, правда. Она пойдет. Сейчас обежим туда. А там, по идее, должен быть какой-то водопад. Это что за бревно? Прикольная такая полянка. Кстати, можно здесь что-то построить. Один домик. Слушай, реально можно что-то построить. Знаешь, из дерева можно построить. Ну-ка, давай-ка глянем. Я даже не знаю, опасно, конечно, так делать. А каркас из дерева. Слушай, реально ставится каркас здесь. Здесь можно что-то построить. Без проблем. Обалдеть. Потом поставить еще каркасик. Вот здесь можно поставить, наверное. Встанет, не встанет, я не знаю. Да, покрутить можно и его поставить. Нет, не встанет. Здесь не встанет. Вот здесь встанет каркас наш. О, встает, смотри-ка. Нет, не встает почему-то. А маленько мешает трава, ну можно здесь что-то построить. И знаешь, здесь, в принципе, здесь один проход, смотри, один проход поставить ловушку можно. И тут у нас получается второй проход тоже поставить можно ловушку. И здесь можно что-то повыживать. То есть можно прийти сюда, построиться, посмотреть. Друзья, пишите прямо сейчас в комментарии, стоит это делать либо не стоит. Но полянка довольно удобная. Сделать, если что, какое-то укрытие. Куда я иду, я вообще не знаю. Что я найду, я тоже не знаю. Какие-то ящики валяются. Откуда они... У-у-у! Там навес какой-то, смотри. Там реально какой-то навес. То есть можно, по идее, забраться туда, наверное. Где-то. Или потом в будущем разработчики сделают. Уже подняться можно будет наверх. Я иду, не знаю куда, не знаю, что найду. Мне реально интересно. Ой, можно подняться, что ли? Ну-ка глянем. Так, палки, палки. Палки не нужны, потому что... О! Нет, это нельзя подняться. Это просто какой-то уступ. Но, видишь, эти ящики как раз подсказка. Я прошел, увидел ящики, посмотрел наверх, и там увидел эту палатку сверху. Так, пока туземцев я не вижу. Я пришел к какой-то воде. Здесь довольно тоже ровное пространство. Там муравьи ползают. А куда я пришел? У, какая красотень, ты посмотри, обалдеть, реально красиво здесь. Красиво, опасно здесь, мне кажется. Здесь реально красиво, ты посмотри. А у меня есть мясо, кстати, покушать, чтобы. Мясо есть у меня. Попугайчик еще мясо есть. У, вот это да, вот это красотень. Как солнышко светит, кстати, нужно солнышко. А сколько у нас? О, 3 часа, мне осталось 3 часа, нужно бежать домой. А мне кажется, я знаю, где я нахожусь, прямо напротив своего домика. Я видел, типа, такого водопадика у себя возле домика. Тут у нас ничего нет. Так, а можно перебраться вон туда? Как-то? По воде или как-нибудь аккуратненько. О, без проблем, можно. Змей тут нету. Ну, по идее, змеи должны быть. Все-таки змей находится возле водопада, и змеи должны быть. Ну, змеек у нас нет. А подняться наверх я смогу? Слушай, путешествовать можно, в принципе, нормально по этой локации. О, грибочки. Пригодятся, знаешь. От тарантула. От яда пригодятся. От личинок в моем желудке пригодятся.
А здесь мне не пройти, нет, не подняться. У меня мало энергии, нужно бежать домой, потому что будет туземцев много, я не смогу даже от них убежать. Нужно реально бежать домой. Все, побежали домой, реально. Побежали мы домой. Я запомнил то место, где я поставил домик. Если что, потом найду то самое место. Если что, буду там выживать. Построю там три каркасика, сделаю там стену. Из листьев сделаю стену. О, шишки. А появилась пиявка, кстати. Все, спускаем. О, вот мой остров. Ближе я не пойду, там бывают крокодилы. Рядом с озером бывают крокодильчики. Я побегу, наверное, вокруг. И приду уже с другой стороны. Прикольно, я обошел. Слушай, я реально эту локацию обошел сегодня даже практически полностью. Какие-то шорохи сзади, что ли? Я не... Напугал тушканчик меня. Реально опасно, потому что у меня слишком мало энергии, чтобы, если что, бежать домой к себе. Потому что опять будут аборигены, я не смогу даже убежать от них. Мне нужно двигаться. Нужно двигаться срочно домой. Тушканчики, уйди отсюда. Мне нужно съесть мясо. Поднять себе энергию. Все, подняли. Ух, реально страшно. Темнеет еще, понимаешь? О, темнеет. А что такое? Можно подняться. У меня реально мурашки бегают по телу. Мне реально страшно очень сильно. Вон мой остров, нужно скорее добежать. Но здесь прямо есть спуск в воду. То есть там бывает крокодил. Я не пойду туда. Я обойду это место реально гораздо дальше. Пиявки меня жрут, у меня падает здравомыслие. Уже темнеет, у меня мало энергии. Я бегу вдоль бегу. Не знаю, куда бегу. Ну, куда должен прибежать. А, где-то вон там прямо должна быть скала. Туземца, надеюсь, не будет. Кто-то слева бегает. Не пойму, кто бегает. Реально, не пойму. Ой, кто тут бегает? Кто такой? Бегом. Страшно. Так, скалу. Скалу я вижу. Все потрясающе. Я практически дома. Там были бананы, кстати. Были бананы, я их заберу. По пути как раз. Все, я дома. Пиявку мы уберем. Мы сейчас будем кушать. Все, бежим домой. Слушай, я бежал по острову здесь, по локации, я не нашел абориген. А где они все? Куда они все подевались? Неужели я всех убил? Они, конечно, появляются рандомно. Никто не выбегает из леса. Никого не вижу. Ух, вот это да. Вот это путешествие. Ты понимаешь, я бежал вокруг. Я был там, где тот самый водопад красивый. Пиявка меня жрала, у меня мало энергии было. Мало мяса. Я, конечно, пошел уже, наверное, 12 часов. Но путешествие было довольно интересное. Так, ну что, будем кушать, будем вытаскивать пиявочку. А что у меня по костру? Нужно проверить мой костер. Ящерица бегает, значит. Пускай я. Как интересно ее назвать? Напиши комментарий, как ее назвать. Так, костер горит, практически потух. Нет, нормально. Подкидываем дровишек туда. Так, ну что мы принесли? Обалдеть, много всего принесли. Нужно готовить мяско, нужно кушать, нужно поднимать. Руки чистые, можно кушать. Ага, нужно кушать. Я хочу бананы, я хочу реально много бананов. Так, бананчиков мы накушались полностью. А я хочу попить воды и все, в принципе. Не хватает энергии. А так все офигенно. Ну да, хочется спать. Так, я бегал, по идее, за палками. И что я принес в итоге? Я в итоге все принес. Ну все. А нужно, по идее, факел, которого у меня, по идее, нету. Так, вот так сделаем. Сейчас мы быстренько сделаем факел. Выкинем одно копье. Так, копье прям тут выкинем. Заберем сюда факел. Поджигаем костерчик и готовим наше мясо. Ты что, поджег, что ли? Интересно очень. Мне не нравится. Вот так нормально. Так, что у меня по мясу, кстати, которое тут лежало? Она еще до сих пор лежит. Так, поджигайся. Все, мясо готовится. А факел можно, по идее, даже выкинуть прямо здесь. Он мне больше здесь не нужен. О, слушай, он даже горит. Прикольно. Он даже горит, слушай. Я даже не знал. Так, то есть можно ночью поджечь факел, набросать в дома, и он будет освещать. Прикольно. Так, ну что, мне нужно, по идее, забрать, а все-таки пойти лук и забрать ножик, которые, наверное, остались там. Я надеюсь, что они остались там, и я смог забрать. Но я обошел по локации, и мне кажется, они исчезли. Потому что есть свойство исчезать оружие.
Так, энергию, энергию. Очень мало энергии, кстати, у меня. Я вышел на тропу войны. Ты понимаешь, тропа войны. Я забираю аук. Да, есть, все осталось. Все на месте. Ты слышал это? Так, я это слышал. Погоди. Так, так, так. У меня есть аук, у меня есть стрелы. Я готов пиндюрить. Там есть полянка, по идее, чуть дальше. Возможно, на полянке он сидит. Либо один, либо их там много. Можно пойти, знаешь, другую с этой стороны. Сейчас сделаем. Хедшотики сделаем. Можно забраться наверх, кстати. Я не вижу. Эй, туземец, ты где? Темнеет очень быстро. Где-то в кустах сидит. Там дальше должна поляна быть. Туземец, выходи. Что за дичь? Я пытаюсь его рассмотреть и все-таки впендюрить ему стрелу первую. А вон, кажется, сидит. Вон белый вижу. Да, вон белый, кажется, сидит. Ну-ка, попробуем там впендюрить ему. На, туземец! Попал? Нет, это, походу, гриб просто. А хотя нет, погоди, туземец-то. Здорово, туземцы! На тебе стрелу! На тебе вторую стрелу, туземец. Копеечка, это копеечка, нужно выносить его. На тебе еще раз. Сдохни. Там еще лучник, кстати. Лучника, хедшот ему. Этот сдох. Надик, копьем. Вот это да. Стрелу заберем. Стрелу заберем. Так, ты живой еще, что ли? Я не понял. Сдох. Сдохли. Так, стрелы, забираем стрелы. Минус два. Так, стемнело. Реально стемнело, нужно уходить отсюда. А, можно, по идее, знаешь, разделать их, мясо выкинуть, пускай здесь валяется, и потом вернусь уже днем. И мясо заберу на личинку. Прямо вот здесь выкину это мясо. Пускай гниет даже. Второго тоже разделаем, забираем наши стрелы. Минус два туземца. Они не дожили. Так, все готово. Мясо прям тут выкидываем, смело. Выкидываем. А, 28 килограмм. Я, наверное, косточки не забрал все. А, есть два копья. Копье я заберу. И все. Да, максимально. Там бы есть, наверное, еще аук, туземц. Но уже стемнело, я пошел отсюда. Здесь темно уже стало. Поднимается луна, попугай красиво летает. Обалденно. Кстати, у нас есть ловушки, которые я хочу попробовать все-таки построить. Наверное, вот тут день построю. Да, вот здесь, наверное, я построю ловушки. А какую из них, сейчас я покажу. О, смотри, бурундук. Он присел, что ли? На тебе копьем, прям в спину. Убежал с моим копьем. У меня есть второе копье. Ну, он, по идее, сдох. Он убежал вниз, там, где бегают крокодилы. Конечно, туда не пойду. Но, возможно, сбегаю утром туда. Так, я хочу сделать ловушку. Знаешь, какую ловушку? Вот такую хочу сделать. А, силок. Интересно, что можно на него поймать? Мы это дело, конечно, будем проверять, смотреть. А мне нужно, по идее, принести бревна, принести много палочек, веревку и длинная палка. Потом принесу я утром это все и буду делать. Погнали вниз. У меня есть одно копье, но наш тушканчик где-то сдох чуть ниже. Я уверен. Я в этом полностью уверен. Я понимал, что кидал ему в спину. Он там крокодил ползает, я не путаться. Я не знаю, когда они бегают, эти крокодилы. Либо ночью, либо по утрам, либо на обед выползают. Я без понятия. Но они... Ой, там что-то горит у меня, что ли? Дом горит, что ли? Что-то горит. Какой-то костер. Что это только горит? Не понимаю, это факел, что ли, горит? Сколько у меня копий здесь? Обалдеть. Так, можно, по идее, одно копье выкинуть. А лук, наверное, тоже выкину. У меня есть все это в лесу. Потом пойду утром в лес. А пока у нас ночь, я буду заниматься строительством. Нужно достроить мне еще вот тут дичь. А взять сразу максимум 5 штучек.
Длинные палки мне нужны, по идее, для нашей печечки. Сейчас будем заканчивать печечку. О, 5 штучек и нужно глины. Много-много глины. Так, у нас давно дождя не было. Ручонки мы уже заморали, то есть надо будет заканчивать. Ну, в принципе, есть не хочет, пить тоже сильно не хочет, но то есть можно полностью закончить из глины. А зава у меня была, костей у меня тоже много. То есть можно, если что, броник сделать, пожарить косточки, сварить косточки, как угодно можно. Еще один замес, и все, мне, по идее, глина вообще не нужна. Все, готово. О, вот это свобода, понимаешь, это реально свобода. Так, мне не хватило места, походу, у туземцев у нас были там. А добыть перья, мясо добыть. Сделаем еще стрелы. Добыть, мяско будет у нас. Это сюда закидываем глину, глину, последнюю глину закидываем. Заканчиваем нашу печечку. И все. Пускай пока так постоит, я проверю все-таки наш как мясо готовится. Потому что нужно подкидывать дровишек. Я уже ученый, я уже знаю, опытный. Пару дровишек нужно закинуть, и тогда будет нормально. Мясо будет готово, без проблем. Так, можно, по идее, посушить мясом. О, тут мясо есть уже. Сушеное, сушеное мяско. Давай-ка заберем его сюда. Сюда заберем. А, здесь у нас будет свежее мяско. Сюда, сюда, три куска у нас есть свежее. Так, у меня есть фрукты, но я руки не помыл, то есть есть я не буду. Так, это мясо сюда, что у меня тут по мясу? Мясо копира, это самое вкусное мясо. Тушканчика нашего. Близ огня, все нормально. Так, мясо, о, 17 часов и 7 часов осталось. Сейчас маленько поработаем, и я покушаю. Я докушаю мяско. Так, закидываем последний раз водичку. Закидываем. Где набирается-то? Не пойму. Ну все, больше мне глина не нужна. И, наверное, уже в следующем ролике, друзья, будем работать кузнецом. Будем смотреть, как это дело работает, как плавить железо и что можно из него сделать. Можно сделать стрелы, как я знаю, можно сделать все виды оружия. Но как это дело будет работать, я, конечно, буду изучать. Смотреть, что почем и как. Срач полнейший. Так, тушканчики еще. Добыть. У меня много перьев, у меня 24 перышка. Сколько места занимает. Зала мне, по идее, вообще не нужна больше. Пускай валяется здесь. У меня много древесного угля. А древесный уголь нам будет как раз для нашей печечки. То есть мы сюда, по идее, закидываем. Да, здесь уголечки. А снизу получается железо. Переплавляется и делается любое оружие из железа. Так, ну что у нас? А там постройку мы сделаем. Тоже сделаем. Но хочу посмотреть, как работает наша кузница. Возможно, в следующем ролике, возможно, через ролик. Потому что хочу построить ловушку, и чтобы она приносила какую-то прибыль. Каждая ловушка должна приносить какая-то прибыль должна быть. Так, сразу съесть можно. Так, ой, руки грязные, ну что ж натворил-то, погоди, у меня есть грибочки, кажется, да? А, грибочки у меня есть, пойдем руки мыть, пойдем убирать пиявку. Нажрался я опять. Моемся. Пиявка есть. А опять паразиты появились. Зараза, эти паразиты. Лезут только так. Так, все готово, выключайся. Пойдем-ка, есть. Пиявку убирать. Пойдем-ка кушать мясо, которое уже. Сейчас мы скушаем пару грибочков. Я эти грибочки брал специально для такого дела. Я знал, что снова я съем грязными руками. И снова у меня появятся эти паразиты. Так, пиявки, где они у меня? Где найти пиявочки? Не вижу. Да погоди, сейчас найду этих пиявок. Вон, вижу. Так, пиявок, все убрали. Так, мясо готовится. Здесь мясо у нас готовится. Здесь тоже мясо готовится, и костер, в принципе, нормально поддерживается. А, скользкие заберем. Если что, можно будет, конечно, подкинуть еще дровишек. Так, у меня много перьев, много места это дело все занимает. Можно пойти поспать уже, потому что 12 часов нужно поддерживать какой-то режим. Напьемся воды, подкинем пару уголечков в костры и пойдем-ка спать.
Так, если у меня всего лишь один уголочек, накидаем еще себе. Что за крики? У нас уже день 64, день выживания. Мы продолжаем выживать уже, в зеленый ад все-таки продолжается. Наступает утро, сейчас пойдем что-то делать еще, друзья. Или будем заканчивать уже. Давайте поспим уже, утро мы закончим. Сейчас мы поспим, и утро будем заканчивать. Ты поставь колокольчик, поставь подписончик, лайкосик, напиши комментарий. Я очень жду твоих комментов. И с вами уже увидимся в новом ролике по выживанию зеленого ада. Мы просыпаемся и идем дальше выживать. Понимаешь, мы идем дальше выживать, убивать всех, кого увидим. 64 день выживания. Всем спасибо, кто досмотрел до конца. До новых встреч. Всем пока.